Я тут раскрыл, значит, на своем слайде все сразу вопросы. Первое. Печеньки есть? Написано. Офис на ДНХ, в уровне гринхауса, на количество 19 сотрудников. Все вопросы все, я могу садиться около вопросы. Нет, значит, смотрите. Из 19 сотрудников у нас 15 технарей, не все программисты, но мы как бы такие, типа, все технари, короче. У нас даже девочка одна, которая была офис-менеджером, потом ушла в Samsung разработчиком. Так не же надо, 2000 людей до конца 2014 года. Короче, вот. В двух словах о проекте. На первый взгляд может показаться, что еще один очередной сайт по недвижимости, это не так. На второй взгляд может показаться, что это агрегатор по недвижимости, и это тоже не так. Мы полноценная поисковая система со своими кроулерами, значит, семантическим анализом, лексическим и так далее. Со своими группировками по тексту, по изображениям, по всем этим вещам. Значит, кого мы ищем? Я, честно, мы ищем хороших людей. Вот. Я не могу сказать точную должность, вот. Но нам нужны люди, которые усилят нашу команду. Вот технологии, которые мы используем, PHP, Python и OpenC, причем OpenC это не iOS разработка, у нас серверная часть написана на OpenC, так исторически сложилось. Ой, ну, компилируемый язык OpenC очень хороший, кстати. Что тут еще? Ну, в принципе, все. И сайт это только верх айсберга нашей системы. Вопросы? Последний. Едос это работа на вашем сайте на 2 месяца не так, что повторю. Да. Сайт это звучный классный, но информация не актуальна взагалі. Я розумію, що це не ваша, в принципі, з одним стороны проблема. Але користуватися сайтом, на якому не актуальні дані, у нас как бы. Есть решение, я так понимаю, вы аренду искали, конечно. Да? Нет, я имею в виду квартиру в аренду, да? Да, да. Ну вот, у нас это больная тема, то есть она больная тема для всей Украины и для России в том числе. То есть российский рынок, кстати, я не сказал, мы как бы сейчас в Украине занимаем хорошую очень позицию, вот, но выходим уже на российский рынок, там тоже с этим повоевать. Вопрос. А вы круче агрессивей? Что? Вы круче агрессивей? Ой, следующий вопрос. Где будешь в России? Какая часть благовеста ваша? Благо что? Благовеста. Часть чего? Инвестиций. Ваших инвестиций. Наших инвестиций. Благовест к нам никакого отношения не имеет. Они нам только деньги платят. А так все. Почему у вас такая дорогая недвижимость в объявлениях? Это ты не хватает. Завтра всем по всем объявлениям минус 5%. Скинем. Выйдет купон джин и завтра 5%. А накидывали 5? Или 10? Ну, конечно. Вначале докинем 10, потом откинем 5. Еще вопросы есть? Все, спасибо. Да, я два слова. Да. Значит, мы все-таки мы как бы приблизительно понимаем, кого мы ищем. Нам нужны технические руководители. Ну, по крайней мере, нам один технический руководитель нужен. Вот. Также нам нужны PHP Python разработчики. Ну, OpenC, в принципе, я не знаю, если у кого-то есть желание писать на OpenC не iOS приложение, то подходите к нам. А, кстати, еще вот есть такие печеньки. Это мы можем раздавать всем. Это подставки под пиво, кофе, все такое. Я их много взял, подходите. Спасибо.